Вот тут деревянные настилы уже. О, смотри, какой здесь еще один ручей. О, мы как раз по этим проходим. Очень похоже, что это какая-то рекреационная зона для очистки воды. Вот там, где забирается вода. Так, мы уже... Вот, я ожидал, конечно, что это можно сделать на практике, но в теории я знал, что здесь можно так и пройти. А вот на практике я сделал это впервые. Итак, это действительно наш местный подмосковный легендарный Байкал. Жаль, что не настоящий.